Я гражданка РФ, и я против того, что происходит сейчас в моей стране, против того, что Россия нагло, жестоко вторгается на территорию Украины, там, где живут мои родственники, там, где живет моя семья. Я против, и я пришла сюда вместе с сыном, чтобы показать, что нас много, тех, кто не согласен с политикой Российской Федерации. Я пришел сюда, потому что важно продолжать поддерживать Украину и украинцев. Продолжаются зверства российской армии Путина каждый день и прямо сейчас тоже. Поэтому важно не опускать руки. Сейчас много трагедий происходит, в том числе убийство Навального. Очень тяжело Юлии, в первую очередь, семье. И наша роль — это тоже не сдаваться и поддерживать дело Алексея Навального, чтобы уничтожить режим Путина в России.